Волонтер Виктор Киселев сегодня сменил амплуа с телефониста на курьера. Утром он принимал звонки от пенсионеров, которые просили к празднику Пасхи привезти куличи. Режим самоизоляции не позволяет им выходить из дома. А после обеда Виктор отправился по адресам развозить подарки. Один из хлебозаводов города помог организовать акцию «Мы вместе». Пенсионеры были удивлены оперативностью самарских волонтеров. Некоторые растерялись. Нормально, все нормально. Спасибо. Другие проявляли осторожность и просили оставить пакет с куличами возле двери. Но были и те, кто радостно встречал гостей. Впечатления, конечно, самые добрые и благодарные. Что может быть еще в ответ? Чтобы сделать приятное пенсионерам, усилия объединили волонтеры двух организаций – ресурсного центра и молодежки ОНФ. Когда ты видишь отклик в глазах людей, когда ты приводишь, они со слезами на глазах говорят спасибо большое, потому что кроме как на вас рассчитывать просто не на кого. Просто ребята, выходим, смотрим друг на друга просто в тишине, потому что вот, ну, это действительно очень, с одной стороны, тяжело, морально, эмоционально, но с другой стороны, очень приятно. С каждым днем заявок становится все больше, растет и армия волонтеров. В добровольцы записались еще 40 человек. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События.